покорить столичного зрителя, ансамбль «Талмаз» готовится номерами из Золотого фонда. Многим уже почти полвека. У старейшего ансамбля «Песни и танцы» немало московских поклонников. Так что праздник, не сомневаются артисты, пройдет при полном аншлаге. Мы везем в основном традиционные удмуртские номера из Золотого фонда ансамбля. Такие номера, как «Аксакшур», «Балезинский тапиртон», «Чепкаса», «Эктон», «Удмуртия праздничная». Помимо «Италмаса» с большим концертом, на национальном празднике «Гербер» в Москве выступит театр песни «Айкай», «Эктон Карка» и многие фольклорные коллективы Удмуртии. В программе праздника и встреча с бурановскими бабушками. Будут представлены землячество и диаспоры Москвы, будут представлены финно-угорские коллективы Москвы и регионов России, приезжают удмуртские творческие коллективы Республики Татарстан, Башкортостан, Пермского края. Национальный праздник «Гербер» в Москве проходит впервые. Столичные жители смогут полностью окунуться в удмуртскую культуру и познакомиться с традициями народа. «Гербер» отпразднуют в рамках Года Удмуртии в Москве. Москвичи, гости столицы смогут познакомиться с удмуртской культурой, побывать на празднике, попробовать наши перепечи, услышать и посмотреть выступления лучших коллективов, смогут приобрести продукцию наших предприятий. На «Гербере» гостей ждет насыщенная программа. Возглавлять делегацию будет глава региона Александр Соловьев. В числе приглашенных представителей посольств зарубежных стран. Елена Лебедева, Александр Бекузин, Андрей Бусыгин. Телеканал «Моя Удмуртия».